Друзья, кто из нас может представить себе ту чудовищную боль, когда ударом тебя подбрасывает вверх, заставляя перевернуться в воздухе и упасть? И еще не осознавая боли, когда еще только один страх руководит тобой, ты пытаешься вскочить и падаешь, потому что тебя режет напополам страшная, чудовищная боль. Что испытал этот малыш, когда машина на полной скорости ударила его в живот? Кто из вас может это ощутить? И кто сможет влезть в шкуру этого несчастного зверя? А водитель, промчавшись, остановился, вышел, посмотрел, как пес скребет лапами, развернулся и уехал, оставив его на трассе. А следом шли другие машины, которые объезжали собаку. Все это произошло на глазах у женщины, которая выгуливала своего небольшого щенка. Женщина бросилась на дорогу и, ухватив собаку за шиворот, перетащила его быстренько на обочину, чтобы не раскатали несущиеся следом машины. Это все, что она могла сделать. Еще женщина позвонила своей дочери и объяснила ситуацию. А уже дочь нашла мой телефон и позвонила мне. Я нахожусь сейчас в Чехове, а трагедия произошла в Липецке. Я упросила девочку, чтобы она довезла мальчика до клиники, созвонилась с Светлозаретом. Нашего мальчика приняли. Мы назвали его Бонифацией Боня. Сделали УЗИ. Сделали рентген. Сегодня нет на месте хирурга, которому я доверила бы и свою жизнь. Нет на месте Баркова. Но девчонки умницы. Сделали УЗИ, осмотрели, поставили катетер. Наш Бонифаций находится под присмотром в стационаре. У него сейчас шоковое состояние, и его необходимо стабилизировать. Поэтому новости о мальчике мы сможем сообщить только через 2-3 дня. А пока, друзья, мы будем искренне, всей душой благодарны вам за малейшую помощь, за малейшую, какую вы сможете нам оказать. Пожалуйста, мои хорошие, мир делится на добро и зло. По какую сторону вы, вам выбирать? На стороне водителя, ударившего и спокойно уехавшего? На стороне тех людей, которые посмотрят спокойно это видео и пойдут дальше? Или все-таки у вас дрогнет сердце, и вы отзоветесь? Решать вам, друзья. Спасибо. Доброго вам здоровья.